1 августа сего года начинает работать рекоператор по сбору, вывозу и работке утилизации. На сегодняшний день дорожная карта такова. Пришло 6 единиц техники, которые будут заниматься именно центральной части города. Привезено 110 контейнеров, установлено в центральной части города. Если говорить город Балаково, Балаковского района, у нас город разделен на три составляющие. Центральная, островная и закональная. По центральной части города будет заниматься по вывозу и сбору Днепр, который выиграл конкурс. По закональной части будет заниматься, согласно пока устной договоренности, но уже договора как бы подписывается, Синергия. По островной части у нас будет заниматься три организации. Это Полигон, это Авангард и организация, пока мне неизвестно, но сказали, что рекоператор берет на себя три организации. То есть Полигон будет заниматься вывозом, сбором от Титова до Факела социализма, Авангард от Факела социализма до братьев Захаровых. Из братьев Захаровых по частный сектор – это организация, которая нанимает рекоператоров. На сегодняшний день наши специалисты проходят по контейнерным площадкам, где уже установлено. С завтрашнего дня будет привезено порядка 350 контейнеров для подъездов. Это емкости от 0,3 до 0,5 кубов. И 31 числа еще 200 штук. Так-то вроде как бы по городу Балаково это тема понятна, это, но у нас еще остается открытым, это села. Селами обещают приступить в числах 5-6 августа. Вот вкратце такая картина.